Многим нужно было осознать, понять, подумать после Экофеста. И прошло действительно грандиознейшее событие, друзья. Я думаю, что кто-то это понимает, кто-то это не понимает. И мы будем, так скажем, далеко не один, не два, не три вебинара, а, наверное, 4-5 вебинаров объяснять, а что же все-таки произошло и какие ключевые особенности можно отметить от прошедшего Экофеста. Этот вебинар я буду вести в одиночестве, потому что Сергей Анатольевич у нас находится на переговорах сразу после Экофеста. Соответственно, нужно было поехать на переговоры. Работа не прекращается. У нас будет очень мощное мероприятие именно под Skyway Capital буквально на следующей неделе в Братиславе. Я скажу сегодня уже в конце вебинара, когда постынет накал страстей после Экофеста, потому что, друзья, естественно, хочется максимально передать те эмоции, ту радость, которую я лично ощутил, находясь на этом грандиозном событии, учитывая то, что действительно есть что сравнить, потому что уже три Экофеста у нас прошло. Я могу считать также еще несколько таким особенным событием, когда мы закапывали капсулу времени. И я думаю, что настанет тот черед, настанет то время, когда мы обязательно, друзья, с вами раскопаем эту капсулу времени, и все смогут посмотреть, а что же там было за послание потомкам. Но я могу сказать, что посланий и новостей у нас хоть отбавляй, друзья. Кто-то жаловался, может быть, на информационный вакуум какой-то. И это логично, друзья, это правильно, это последовательно, и это стратегически верно с позиции генерального конструктора, генерального директора, именно вот Анатолия Эдуардовича Юницкого и Надежды Геннадьевны Косаревой. Все новости до того, как они станут максимально очевидными и максимально фактами не озвучивать. Мы поддерживаем эту точку зрения. И, друзья, мы будем озвучивать то, что можно озвучивать и нужно озвучивать. И, соответственно, будем молчать, просто рот на замок, то, что озвучивать нельзя. Потому что мы вступаем в огромнейшую, в серьезнейшую игру. Я думаю, что все посмотрели, кто захотел, именно вот отрывки были, ну, в сети уже гуляют по концепции Hyper-U, и это, собственно, уже огромнейший рынок, и это предвосхищает то, что будет показано на Инотрансе 2018, друзья, потому что Инотранса я с нетерпением ожидаю, я всем рекомендую запасаться эмоциями, запасаться терпением, потому что то, что мы там увидим, это действительно мировая индустрия, уже максимально конкурентная, друзья. Так как это вступление уже на порог, на пьедестал рынка высокоскоростного транспорта. И он будет продемонстрирован на Инотрансе 2018. Мы это увидим, мы обязательно это будем освещать, друзья. Ну а пока поговорим о прошедшем, то, что у нас уже прошло. Слайды у меня будут... Так, прошу прощения, чтобы слайды у нас листались и на трансляции. Слайды будут в такой рандомной последовательности, в случайной последовательности, потому что я вещаю с двух компьютеров. Кстати, можете советовать друзьям, потому что со всех социальных сетей
идет прямой эфир. И, друзья, мы будем настраивать прямой эфир в будущем. Для всех стран будут и переводы и так далее. Потому что то развитие проекта Skyway, которое сейчас идет, его невозможно не замечать. И вот, коллеги, тот, кто видит трансляцию сейчас непосредственно с социальных сетей, я сейчас по-быстрому постараюсь настроить, друзья, немножко затруднительно, потому что, естественно, тут нужно в две, а то и в три руки работать. Но вспомните ту картинку, которая всех промотивировала в 2014 году. Меня она лично очень сильно мотивировала, когда высокоскоростной транспорт, соответственно, только в компьютерной графике был показан, и все мы воодушевленно ожидали, а когда же реальность восторжествует, и мы увидим этот транспорт уже непосредственно на таком же живом фоне. Пока не высокоскоростной транспорт, друзья, но вы видите наш Unicar шестиместный, и мне удалось на нем проехаться. Я думаю, что многие из вас, друзья, проехались. Тот, кто не проехался, вдруг обязательно проедется, потому что транспорт уже в большинстве своем максимально сертифицирован. И мы действительно уже возили пассажиров. То есть первую эксплуатацию на Экофесте транспорт Skyway уже, можно сказать, получил. Если говорить про ощущения, то для меня, как для человека с морской болезнью и вообще как бы человека, который переживает достаточно так вот с нетерпением и волнительно перегрузки различные. Да, я, конечно, сейчас привык к перелетам и так далее. Но для меня было важно ощущение комфорта. А как будет перемещаться на Юникаре именно на трассе с провисом? И, соответственно, сразу представляешь, что перемещаешься из одной точки в другую, из одного в города в другой, через реки, через озера, через горы, друзья. Никаких ощущений дискомфорта, никаких перегрузок я не ощутил. Все можете зайти, кто желает посмотреть мой инстаграм, я тут не буду бросать ссылку. Кто желает, найдите, посмотрите. И я думаю, что куча вообще видео с тегом Экофест 2018, где вы можете увидеть ощущения, услышать мнение тех, кто прокатился на подвижном составе. Мое ощущение было так же, как обещал Анатолий Эдуардович, что я просто нахожусь в гипер-суперкомфортном кресле и не ощущая никаких перегрузок. Мне казалось, что я просто стою на месте и, более того, нахожусь в комфортабельном мобильном пространстве, и, соответственно, меня ничто не может отвлечь от повседневной жизни. Я могу заниматься чем угодно в нашем Юникаре шестиместном, и, соответственно, другие пассажиры меня тоже абсолютно не смущали, и я могу назвать действительно это концепция именно городского лифта, когда вы сможете перемещаться от одной станции на другую станцию с абсолютным комфортом. И в логике умных городов, когда мы их будем реализовывать, друзья, это будет часть инфраструктуры. Как сегодня лифт является частью современного дома, современного здания. И, соответственно, мы не переплачиваем за это при финансировании, при покупке квартиры. Это уже все включено. И вот то, что вы видите, друзья, это станет обыденностью буквально через считанные года. Я могу сказать, что компания Apple недавно преодолела порог в первый триллион долларов, но Стив Джобс и потом, соответственно, уже другие участники топ-менеджмента, то есть Тим Кук, Стив Возник и так далее, достигли этой вехи, но более чем за 20 лет. Друзья, если мы, когда мы будем следовать тем граням, тем срокам и тем целям,
которые сейчас были заданы, когда мы с достоинством пройдем 15 этапов, и это значит, что мы зафинансируем высокоскоростную трассу, что-то мне подсказывает, что можно, теоретически возможно, потенциально, как я обычно это говорю, преодолеть капитализацию, которую достигла компания Apple быстрее, чем за 20 лет. Ну а вы, соответственно, думаете, насколько перспектива, либо не перспектива инвестирования в технологию Skyway. Естественно, есть и риски, есть и нюансы, и геополитические нюансы, и тот рынок, на который мы вступаем. И я могу сказать, что сотрудничество, партнерство с Арабскими Эмиратами, которое было озвучено Анатолием Эдуардовичем, и это долгое время скрывалось, мы говорили только какие-то домыслы, какие-то догадки. Я могу сказать, что то, что было озвучено, это решает все такие вот именно ожидания в так называемом информационном вакууме. То, что озвучил Анатолий Эдуардович, это действительно вау-эффект, друзья. И когда нам выделяют участок земли в определенном городе Арабских Эмират, это такой серьезный город. Какое это будет название города, будет говорить только головная компания. Но когда выделяется участок земли, который стоит более 700 миллионов долларов, друзья, это о чем-то говорит. Это произошло после планомерной, очень серьезной и очень важной работы, которую начали более чем 6 месяцев назад. И я могу сказать, что многое в нашей компании, многое то, что декларируется обычно в обычных венчурных условиях год-два, происходит за 6-7 месяцев. И это же произошло, друзья, и при строительстве Univind, которые мы все с вами могли лицезреть на Экофесте. Многие даже не представляют, а что это за вообще такое технологическое существо. Я не побоюсь этого слова, потому что это действительно транспортный андроид, друзья. И это тот подвижной состав, который и подвижным составом просто язык у меня не поворачивается называть, потому что это транспортный гаджет, друзья. И так же, как в очередях сегодня в палатках люди ночуют, получить очередную следующую модель телефона компании Apple, Samsung, делают предзаказ. Поверьте мне, при выполнении стратегических планов и при достаточном финансировании, я, естественно, всегда буду говорить такие слова, друзья, чтобы вы не были на 100, на 1000% уверены, что да, через полгода я стану миллиардером. Нет, друзья. В проекте не бывает сказок, более в венчурном проекте. И вот Univind, на мой взгляд, будут пользоваться миллионы пользователей. Я не назову их пассажирами, друзья. Это именно пользователи. Это как пользователи современных смартфонов, современных ноутбуков, современных оптических мышек, современных автомобилей. Являемся ли мы, допустим, пассажирами автомобилей? Да, некоторые являются, кто едут на пассажирском сиденье, но по сути это автолюбитель, это водитель, это пользователь современного автопрома. И, друзья, Univind — это как раз-таки, на мой взгляд, то персональное мобильное пространство, которое мы лично с Сергеем Анатольевичем, кто не в курсе социальных сетей, это мой коллега, партнер, друг, товарищ и крестный отец в переносном и прямом смысле, именно в проекте Skyway, да и жизни вообще, кто занимается именно развитием проекта Skyway и активным, наиболее тесным партнерством с Анатолием Эдуардовичем Юницким уже больше 15 лет. Я не говорю более серьезные даты, потому что многих это просто повергнет в шок. Вот, друзья, у нас начали объявляться тролли первые. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, стоит ли удалять эти сообщения.
Андрей, Йота, если ты присутствуешь, то либо кто-то другой, я дам права, потому что, ну да, действительно, Слав, может быть, я тебе дам права, и тогда сегодня у тебя будет ответственная задача очищать наше информационное поле от троллей. Потому что сейчас грязи будет литься еще больше, друзья. Чем дальше мы идем, чем дальше мы развиваемся, на самом деле... Слав, я дал тебе права. Сможешь ты очищать чат или нет? Напиши «да», «нет». Либо я вот на всякий случай тоже Skyway LV я дам права. Друзья, мне-то вообще без разницы, тролли, не тролли. Сейчас, минуточку. Да, друзья, те, кто в социальных сетях, ну, я думаю, что вы понимаете, что такое троллинг. И на вебинары атаки совершаются целые, глобальные, по 3, по 4 человека, не понимая, зачем они это делают. Наверное, есть какая-то причина на это. Вот тролли говорят про 150 километров в час и так далее. Друзья, можно найти ролик, где Юнибайк, точнее, разгоняется до определенных таких вот серьезных показаний скоростей. И это было замерено для особо умных, для особо одаренных на специальные приборы. И посудите логически, грамотно, стоит ли 100 километров в час, даже там 120 километров в час, возить наших пассажиров на Экофесте, когда бы они не поняли вообще, с учетом того, что очень короткий отрезок, естественно, осуществлялась перевозка, чтобы максимальное количество людей. Так, вот Андрей у нас появился. Да, сейчас Андрей дам права. Чтобы максимальное количество людей смогли бы по билетам проехаться. И, друзья, я могу сказать, что головной компании было озвучено, что сейчас то направление, которое мы, соответственно, передали уже эстафетную палочку. Некоторые вещи мы будем продолжать развивать в Skyway Capital, именно в плане блокчейн направления. Но в октябре нас чем-то очень серьезно порадует в плане реализации блокчейн технологии в соприкосновении со Skyway. Я тоже с нетерпением этого ожидаю, друзья, потому что действительно это та точка прогресса, которая пронесется очень быстро, друзья. Это то совпадение технологических процессов в сфере криптовалют, в сфере блокчейна и в сфере развития массового транспорта. Я повторюсь, массового транспорта. Сейчас мы будем называть это как транспорт, но, друзья, это по сути услуга. Это и транспортная, и информационная услуга. И как радуется мой взор, когда я вижу Univind, друзья. Ветер просто отдыхает, так скажем. Я думаю, что по сравнению с аэродинамикой, естественно, я шучу. И Univind было выбрано название неспроста. Сегодня мы не будем останавливаться подробно на каких-то технических характеристиках. Сегодня мы не будем рассматривать, потому что это такой вот именно эмоциональный вебинар после Экофеста. На технических характеристиках отдельных подвижных составов, но мы будем рассматривать на следующих вебинарах, а что же все-таки было представлено и что может, чем уже знаменит, так скажем, Univind, чем примечателен именно дрон, который кто-то не посчитал, может быть, дроном, кто-то уже понимает, что этот дрон мы не скрываем, друзья, и я это увидел как инженер-механик. Так, дрон почему-то на трансляции, друзья. А, вот, я на трансляции в социальных сетях поставил дрона.
И, соответственно, да, кому-то может показаться, что это обычный вертолет, но, друзья, вы поймете, что это необычный вертолет, когда этот действительно юркий технологический супермен начнет строить в труднодоступных местах, на любых абсолютно поверхностях, в горах, в болотах, в джунглях. И как это будет экономить действительно затраты, материальные затраты на проект, насколько это будет оптимизировать проект. Друзья, мы это все увидим, и в том числе на швейцарском проекте, который мы озвучили и который мы объявили, друзья, непосредственно на конференции, которая уже прошла через на следующий день после Экофеста. Это конференция Skyway Capital. Там было объявлено мной, что мы подписали в буквальном смысле на коленке. Сегодня я не загрузил видео, но на следующих вебинарах обязательно мы это видео загрузим. Коллеги, пожалуйста, сбросьте в социальные сети, сбросьте в чат Мирополиса это видео, где члены правления Skyway Capital. Мы действительно не ожидали, потому что сейчас все сосредоточение идет именно стратегически и правильно. На взгляд головной компании, на взгляд Анатолия Эдуардовича. Мы, соответственно, поддерживаем, потому что мы абсолютно доверяем тому вектору, тому маршруту и той стратегии, той тактике, которую задает полководец. Соответственно, в роли предводителя всей технологии Skyway и, соответственно, всей головной компании Skyway Technologies Companies. И, друзья, был объявлен первый адресный проект. Мы видели много адресных проектов, и это были и проекты еще в Свиге, Терко Лондон, и в Ирландии, и Австралии. Но, друзья, мы как Skyway Capital привыкли действовать уже по факту. И, соответственно, вот на этой конференции вы видите, что немалое количество людей присутствовало. Честь и действительно уважение нам высказали Анатолий Эдуардович Юницкий, Надежда Геннадьевна Косова, что поприсутствовали на этой конференции. Речь была замечательная, вдохновляющая у Анатолия Эдуардовича. И огромное такое совпадение было для меня, друзья. Вот если я передать хочу эмоцию на этом вебинаре, каково мое было удивление, когда выступал Сибиряков Сергей Анатольевич, давал свою речь и подводил технологии, технологические уклады, а далее, соответственно, это все создал и это все нам показал, и сейчас это все развивает далее инженер, действительно, как бы Леонардо да Винчи нашего времени, Анатолий Эдуардович Юницкий. И тут заходит Юницкий. Это не было подстроено, друзья. Самое интересное, как это можно было предположить, абсолютно неизвестно. На самом деле, абсолютно как раз-таки известно. Потому что, несмотря на то, что прогноз погоды обещали, что будет дождь, и дождь пошел уже на второй день, причем такой проливной, солнце светило ярко, и я думаю, что все сгорели, нужно продавать, наверное, на следующий Экофест крема от загара. Я запасся кремом для загара и с кем-то им делился, но все равно не помогло, потому что жара стояла неимоверная. Ну а как может быть иначе, друзья, когда столько людей, столько действительно соратников, столько партнеров, столько товарищей со всего мира, с различных стран, с более чем 40 стран присутствовали люди-партнеры с Экофеста. И, соответственно, какая энергетика царила, друзья, дождь просто категорически не мог пойти. И если на прошлый Экофест к вечеру у нас дождик начал капать чуть-чуть, то на этот Экофест дождя не было, потому что то, что было продемонстрировано, я более чем уверен, просто потрясало воображение, умы наших партнеров, наших коллег, наших инвесторов. И все с нетерпением, друзья, ожидали речи Анатолия Эдуардовича. Обязательно дайте ссылку, коллеги, партнеры, друзья,
в социальных сетях, потому что мне сейчас немножко неудобно. Выступление Анатолия Эдуардовича. Вообще ссылку на прямую трансляцию с Экофеста, потому что прямая трансляция более 7 часов, там просто изумительнейшие нарезки о технологии, сейчас они появляются. Раньше это была инсайднейшая информация, и все, что было тайной, многое, но, естественно, не все, у нас стало явным на Экофесте. Те партнеры, те стратегические наши партнеры и те люди, те действительно визионеры, которые продвигают технологию SkyWay действительно сквозь барьеры, в том числе и бюрократического, чиновничьего аппарата, сквозь связи, благодаря связям и благодаря тому, что наконец-то в Арабских Эмиратах после там 30 где-то попыток начала работать, я искренне надеюсь на то, действительно правильная команда, и сейчас был достигнут результат, что да, действительно, в сентябре, друзья, может начато быть строительство непосредственно на территории Арабских Эмиратов. Если кто-то спрашивает, а что у вас Юнилет не поехал, друзья, Юнилет все увидят на Инотрансе, это, соответственно, стратегия компании, которая следует компания уже сквозь года, что Юнибайк не поехал, пока не был представлен на Инотрансе, Юнилет, причем Юнилет такой, который можно, я мог сравнить его, наверное, с Суперджетом, только в будущем люди, я более чем уверен, при достижении стратегических и финансовых целей компании будут пользоваться Юнилетами намного чаще, чем сейчас люди пользуются суперджетами, потому что, опять же, многих укачивает, опять же, многие не могут позволить себе такой транспорт. И даже на некоторых лоу-костах, друзья, сейчас делают стоячие места. Что я могу сказать? Все, абсолютно все пользователи транспорта SkyWay, транспортные услуги по технологии SkyWay будут пребывать в абсолютном комфорте, в абсолютном здравии и в абсолютном удовольствии, перемещаясь в подвижных составах SkyWay. И первые трассы в Арабских Эмиратах по высокоскоростному направлению, по городскому пассажирскому направлению. И, соответственно, это будет совмещенная линия трех-четырехуровневая. Это покажет время, но часть мы видели уже, друзья, с тех анимаций, с тех прорывных, я бы сказал, анимаций, потому что сейчас многие в мире просто наелись информацией о гиперлупе и говорят уже многие, да постройте вы уже этот гиперлуп, и действительно огромное количество людей начнет пользоваться, это огромнейший рынок, но реализуйте, начните уже делать конкретику. И, друзья, мы посмотрим в 2019, мы посмотрим в 2020 году, а кто же первый реализует концепцию гиперперемещения на скоростях 1150 километров в час, как это позиционируется в проекте SkyWay, именно в логике Hyper-U. Я был поражен и потрясен еще в Арабских Эмиратах, когда я первый раз увидел на брошюрах, какой логотип, насколько лаконичный, насколько он простой, как откусанное яблоко Apple, как многие простые логотипы, и он станет народным, друзья. Если в начале, соответственно, люди будут пользоваться технологией SkyWay и транспортом SkyWay в тех участках, в тех труднодоступных районах использовать в качестве посвоение труднодоступных именно месторождений в горнодобывающей промышленности, в металлургической промышленности, в золотодобывающей промышленности, все что угодно можно перевозить, сыпучие грузы, штучные материалы и так далее. И все доступно действительно для транспорта SkyWay. Но вначале мы будем входить на тот рынок, на который сейчас не может ступить нога современного транспорта, друзья. И это логично. И поэтому SkyWay занимает те направления, которые сейчас многие
боятся занимать, и многие, возможно, удивляются, что столько обилия действительно технологий было продемонстрировано на Экофесте, и многие спрашивают, а зачем было продемонстрировано столько технологий, потому что проект SkyWay и технология SkyWay – это технология для людей. Это технология, которая будет удовлетворять потребностям абсолютно все слои населения, абсолютно все категории граждан, от малоимущих до именно богатейших слоев, от людей с ограниченными возможностями до высококвалифицированных атлетов, как Адриан Кармоц, у нас бывший чемпион по натуральному бодибилдингу. Я думаю, что можете найти, посмотреть. Обязательно посмотрите, друзья, кто в социальных сетях нас смотрит, что такое Sky Fitness. Вылезет ролик Адриан Кармоци. Обязательно посмотрите, потому что там действительно супер качественный видеоролик, где Адриан презентует направление именно фитнес-развития внутри Юнибайка. Это как концепт, это как многие автопроизводители показывают какие-то концепты, допустим, Lamborghini, Ferrari, Maserati и так далее. Они частенько показывают те визуализации, даже те готовые уже транспортные средства, которые вряд ли когда-то поступят на рынок. Но что касается Юнибайка, друзья, как раз таки в логике швейцарского проекта, опять же повторюсь, договор, по которому был подписан буквально на коленке Инетты Анжены. Сначала Владимир Маслов подставлял спину, но Анатолий Эдуардович выбрал коленку Инетты. И мы все не ожидали, что он будет подписан, и что действительно можно будет в том числе сосредоточиться Skyway Capital на развитии того проекта, который мы видим в логике блокчейн, в виде логики создания нового финансового юридического механизма, подкрепленного блокчейн-технологией на основе технологии SkyWay. Мы не ожидали, потому что многие друзья подходили на Экофесте и мне жаловались, откровенно я могу сказать, жаловались, почему головная компания отвергает их проекты. И это не отвержение, друзья, это перенос на более долгий срок. Потому что сейчас стратегически все сосредоточено, друзья, на Арабские Эмираты. Повторюсь, была выделена земля, начнется строительство в сентябре. Земля стоит около 750 миллионов долларов, вдумайтесь в эту цифру. И, соответственно, будет в одном из прогрессивнейших регионов Арабских Эмиратов начато строительство скоростной трассы, городской пассажирской трассы. Я думаю, что это будет совмещено в той логике, в которой это будет развиваться. Не построить только один вид трассы, а построить сразу все виды трассы. Одним выстрелом, так скажем, мы достигаем всех целей. И при максимальной оптимизации затрат, при наилучших именно расходование средств на реализацию проекта, это происходит, друзья. И я могу сказать, что это абсолютно реально при достаточном финансировании, при соблюдении тех договоренностей со стороны наших партнеров, арабских партнеров, при выполнении обязательств головной компании, при создании того механизма, который необходим. Если необходим механизм в плане блокчейн исполнения, то, соответственно, мы, как объявил об этом Анатолий Эдуардович, увидим об этом, услышим и увидим все это уже в октябре, но я бы это продолжал, друзья, октябрь, ноябрь, потому что нужно закладывать время. Я вам могу сказать, как действительно человек, немножко разбирающийся в криптовалютах, в блокчейн, что сейчас криптовалюты испытывают далеко не самые лучшие времена. И я не удивлюсь, если размещение токена, который готовит головная компания, я об этом не в курсе, друзья. Я могу быть в курсе только по размещению токена, которое
будет далее в перспективе по проекту Сан-Бернандино, немножко отложит, отсрочит ввиду нестабильной рыночной конъюнктуры, что сейчас мы наблюдаем, друзья, в крипторынке. Те, кто понимает, о чем я говорю, у кого есть какой-то портфель из криптовалют, поставьте плюсик или скажите, да нет, он несет чушь. В крипторынке сейчас все хорошо и биткоин летит к 50 тысячам. Нет, друзья, естественно, так не происходит. Но и он не обвалится, друзья, и мы не можем не учитывать этих трендов. Они были учтены Анатолием Эдуардовичем еще 40 лет назад. Обязательно ознакомьтесь, друзья, я обращаюсь к вам в социальных сетях. Найдите на www.unitsky.com. Еще в 89 году Анатолий Эдуардович сделал серьезный научный труд. Это финансовые аспекты программы «Экомир». Именно то, что касается ничейных денег, как тогда они были описаны, а сегодня это цифровые активы, которые в стране за страной признаются уже действительно активом и с соответствующей регуляцией, а не просто абы чем. И наши токены в перспективе, потенциально, теоретически, друзья, могут быть достаточно существенным, интересным активом. И, друзья, естественно, мы все будем взвешивать, размышлять, когда будет объявлено, что можно обменять сегодня доли компании Skyway на токены, как это было озвучено Анатолием Эдуардовичем. Но, друзья, естественно, мы будем взвешивать, потому что есть консервативные, пассивные стратегии инвестирования, то есть это акции, это традиционный финансовый рынок, и есть агрессивные, но с более такими серьезными иксами, более серьезной прибылью, более быстрой прибылью. Это рынок токеномики, это рынок криптовалют, но там, соответственно, наибольшие риски. Рынок может очень серьезно пропампиться, а потом его могут криптокиты обвалить. К сожалению, это случается, друзья. И когда настанет черед, об этом нужно будет думать, нужно будет размышлять. Но об этом мы будем говорить уже осенью, потому что до этого времени у нас масса именно вебинаров пройдут в той логике, что мы будем вспоминать, а что же за проект Сан-Бернандино, почему о нем не было каких-то освещений, друзья, потому что запомните, тот, кто присоединяется к проекту Skyway в рамках Skyway Capital, вы будете получать только голые факты, только согласованные события, только подписаны будут те договора, которые действительно могут реализоваться. И на данный момент мы, как команда членов правления, инициаторов адресного проекта, готовим бизнес-план, который будет защищаться в головной компании. Соответственно, будет также передан бизнес-план к финансовому регулятору с учетом уже токеномики, той предварительно упрощенной токеномики, которую я представлял в своем выступлении на конференции. И, соответственно, регуляторы это утвердят в виде какой-то разновидности токена, либо utility, либо security, то есть либо инструментарий, доступ к инструменту блокчейн адресного проекта, либо, соответственно, это security, то есть приравненное к ценным бумагам, соответственно, с более серьезной регуляцией. И к тому исходу мы абсолютно готовы, друзья, и с нетерпением ожидаем, когда уже будет вторые такие соприкосновения с финансовым регулятором. Наши юристы сказали, что регулятор Лихтенштейна ФМА также сейчас начинает быть загруженным. Но так как наш проект является абсолютно реальным и он сопряжен с реальной инженерной проработанной технологией Skyway, экологической технологии, друзья, потому что сердце и душа радуются. Благодарю, вроде бы Руслан Багиров сфотографировал этот прекрасный кадр, потому что это показывает нашу предстоящую реальность, когда на втором уровне мы будем перемещаться где-то там вдали, из одного города в другой, пересаживаясь на высокоскоростное исполнение.
И, соответственно, внизу будет произрастать сады, я не буду уж называть райские сады, но это представлено сейчас на Экофесте. Многие яблоньки, которые посадили наши инвесторы, они сейчас выросли уже до серьезных размеров. Я сорвал яблоко нашего символично общего дерева с Сергеем Анатольевичем. Мы нарочно посадили одно дерево, потому что ну, многое мы в бизнесе Skyway действительно делаем сообща. И это приносит свои плоды. И, соответственно, мы не ожидали, друзья, что будет услышано вообще и предпринято в виде стратегии развития, увязывания технологии блокчейн. И мы имели свои миссии начать это дело. Но так как сейчас, как я уже говорил неоднократно, сейчас мы вступаем на порог, если говорить про блокчейн-технологии, в увязке технологии Skyway с блокчейн-экономикой и с альтернативными источниками энергии, то есть это солнечная энергетика, это ветровая энергетика, то, друзья, мы все-таки готовили симулятор чисто для технологии Skyway. И на этот мировой пьедестал мы сейчас не готовы были взойти, поэтому, соответственно, это сейчас абсолютно правильно, абсолютно достоверно развивает головная компания. Это секретная разработка. Я искренне верю и надеюсь, что часть хотя бы будет транслироваться в открытой разработке в GitHub. Но если это будет закрытая разработка, мы видели много примеров. Тот же самый Ripple, это закрытая была банковская разработка, но посмотрите, какой был успех. И даже если не ошибаюсь, на их саммите осенью будет выступать бывший президент США Билл Клинтон. И, друзья, закрытая разработка это тоже неплохо. Потому что открытую будем позиционировать мы как фонды, мы как Skyway Capital. Что-то приготовил также и Андрей Федорович Ховратов в рамках Skyway Invest Group. Я думаю, что все слышали вот эти вот оповещения. Это чисто мнение, чистая информация Skyway Invest Group, что будут инструменты, когда можно будет продавать по определенной цене уже доли. Поживем, увидим, друзья. Это сейчас позиция Skyway Invest Group, дай бог. И более чем я буду рад и счастлив, когда это произойдет. И теоретически, возможно, потенциально, друзья, это абсолютно реально. Так, по вопросам, друзья, я перейду, обязательно перечитаю, либо вы их скопируете. Сейчас просто скопируйте, чтобы вставить обязательно вопросы в конце вебинара, потому что, ну, хотелось бы, друзья, всю эмоцию действительно выплеснуть в хорошем смысле этого слова на вас после Экофеста, потому что действительно я увидел то, что я хотел увидеть, друзья. Я увидел суперлегкую трассу, и я вот долго размышлял и думал. Мы с Сергеем Анатольевичем пришли к такому выводу, к сожалению, друзья, на фотографиях сейчас я не покажу, но вот как раз трасса, которую мы позиционировали, толщина рельса со смартфон, она уже начата к строительству при текущем финансировании, друзья. То есть мы сейчас идем, так скажем, можно лучше идти при текущем финансировании с максимальной оптимизацией между легкой трассой, где перемещался раньше Unibike, сейчас перемещается Unicar шестиместный, абсолютно комфортный и супер подвижной состав, между легкой и высокоскоростной трассой, совмещенной с городской пассажирской, которая была начата еще в 2015 году. Сейчас построена еще одна трасса, и там легкие ажурные конструкции, друзья. Я был поражен. Я был поражен тем срокам, которые были озвучены Анатолием Эдуардовичем. Это те сроки, к которым мы привыкли, друзья. Это 5-6 месяцев. То есть за 5-6 месяцев, за полгода была реализована трасса при текущем финансировании. Представьте, что у проекта достаточно инвестиций, чтобы мы с помощью апробированного механизма финансово-юридического нового подкрепленного блокчейн-технологии на основе технологии Skyway
привлекли достаточное финансирование, показали, что этот проект увязан, соответственно, с инженерной технологией, с блокчейн-технологией, и, соответственно, начинается строительство. Вот что меня радует, друзья, если раньше мы декларировали, что полтора года будет реализовываться проект в Швейцарии, в Сан-Бернандино, сейчас эти сроки значительно ускорились, друзья, и в бизнес-плане мы уже вот буквально на следующей неделе будем приступать к трассировке и далее уже обсуждение, получение исходных данных от головной компании, от руководителя отдела адресных проектов Кирилла Бадулина, уже по необходимой стоимости, которую нужно будет отражать объектов данного адресного проекта, который, я подчеркиваю, уже согласован не только с головной компанией, то есть это, я не побоюсь этого слова, был бы не полный договор, а согласован уже с администрацией, с руководством швейцарского кантона в Миссока, деревня Сан-Бернандино. Мы вернемся к истории этого адресного проекта, потому что она в буквальном смысле потрясает. Она началась, как и многое происходит в нашем проекте Skyway, как и знакомство, в том числе с нашими сейчас стратегическими арабскими партнерами, случайно. Но, друзья, обмолвлюсь, что случайно не пошел дождь также на Экофесте. Это, друзья, не случайно. Это закономерность, которая рождается, исходя из поддержки уже фактически, наверное, миллиона людей. Больше миллиона уже зарегистрированных и, наверное, уже 700 тысяч тех, кто активно поддерживает. И это количество растет. У нас появляются такие действительно изумруды, такие даймонды, я не побоюсь этого слова, с Вьетнама. И средний показатель инвестиций просто поражает. Эти люди, которые желают построить в своей стране адресные проекты. Но, друзья, все будет развиваться планомерно. Сначала с Сан-Бернандино, параллельно с Арабскими Эмиратами, соответственно, потом начнется масштабирование в Арабских Эмиратах, и там просто масса адресных проектов, об этом объявит головная компания обязательно. И то, что было объявлено ранее по Индии, это направление сейчас не как-то остановлено и так далее. Там работа мимоходом продолжается, но в таком лайт-режиме, расслабленном режиме, потому что сейчас перенос и концентрация всего внимания. Это, знаете, как можно поставить все на красное, поставить все на черное, то есть своеобразный ва-банк на Арабские Эмираты. Ну и мы, соответственно, также готовим в рамках Skyway Capital, постараемся приготовить изо всех сил юридический финансовый механизм на основе технологии блокчейн и инженерной технологии Skyway, созданной вообще для реализации масштабирования проектов Skyway. Соответственно, эти два направления сейчас будут развиваться. Я не уверен, что будут развиваться другие проекты, потому что, друзья, те визуализации, которые выдали отдел дизайна, те расчеты, которые выдали отдел адресных проектов, те презентации, а я видел эти брошюры, друзья, это высочайший мировой уровень. Илон Маск, так скажем, не то что отдыхает и так далее, то есть мы не будем порочить наших партнеров по инновационному транспорту, все определит время, друзья, и все покажет ближайшие года, кто приобретет эту действительно ленту первенства, а кто окажется уже вторым, третьим. И, друзья, если SkyTrain демонстрировали, вы помните, что еще в прошлом году я анализировал, сравнивал, то Univind — это совершенно другой концепт. Да, с виду он несколько похож на SkyTrain, но, друзья, по аэродинамике, по именно техническим показателям, это совершенно другое технологическое, не побоюсь этого слова, чудо. Мы будем останавливаться на нем, и мы расскажем, что можно будет делать в Univinde, так и назовем, что можете вы осуществлять из своей жизни, из повседневной жизни в Univinde, а чем бы заняться в Univinde,
будет такая трансляция и в Перископе, и во всех социальных сетях, потому что это транспортный гаджет, который, как я сказал, в будущем при выполнении обязательств нашими партнерами, всеми нами как инвесторами и, соответственно, головной компанией, финансовых показателей и стратегических планов. Это станет реальностью, друзья. И что я могу сказать, друзья, вот касаясь суперлегкой трассы, немножко так вот, возможно, перепрыгиваю с места на место, но еще раз повторюсь, что за полгода можно строить уже адресные проекты на суперлегкой трассе. Это будет максимальная оптимизация, это будет намного дешевле, чем строить даже легкую трассу, и это можно будет реализовывать с помощью того дрона, который, я могу сказать, имеет ряд ноу-хау в интеллектуальной автоматизированной системе управления. На этом мы также будем останавливаться на следующих вебинарах. И, друзья, это не просто какая-то копия вертолета. Вы услышите, и мы будем делать анализ непосредственно также и дрона. Вебинар будет называться, например, «А зачем дрон на базе вертолета серии К для Skyway?» То есть вы услышите и вы поймете, зачем это. Вкратце я могу сказать, а каким образом вы собираетесь строить в джунглях, в горной местности, в тех же Альпах, если говорить касаемо проекта Сан-Бернандино, который мы подписали, согласовали. Это первый адресный проект именно Skyway Capital, уже согласованный с инициаторами адресного проекта. Есть потенциальные первые инвесторы, как только закрутится эта история с белой бумагой и, соответственно, родшоу, как только будет вбит первый колышек, установленные и вообще просто геодезические исследования почвы будут совершены. Друзья, мы это будем все транслировать. Если вдруг в Арабских Эмиратах будет какое-то закрытое строительство, вдруг, друзья, я не знаю, будет это закрытое или открытое, друзья, в Швейцарии мы будем транслировать все открыто, потому что это для всего мирового сообщества, как и венчурного рынка, так и всех инвесторов проекта Skyway, так и криптоэнтузиастов, для которых мы будем декларировать. Друзья, мы создаем рынок не для пампа и дампа, мы создаем рынок для пользователей адресного проекта на основе прорывной транспортной технологии. И, соответственно, можно предположить, какая будет прибыль, но проект не рассчитан на то, чтобы люди получали иксы. Если люди получают иксы, это не наша заслуга, не наши проработки. Так произошло, друзья, значит, так технологию оценил рынок. И никто никогда категорически нами не будет усоветован для инвестиции в проект Сан-Бернандино в логике размещения токена для получения инвестиционной прибыли. Мы инвестируем как пользователи будущего этого адресного проекта для запуска этого адресного проекта. И мы декларируем как новый, именно не побоюсь этого слова, возможно, разновидности применения токена, как именно utility даже здесь и не подходит. То есть это use case, друзья, это о чем говорят сейчас все криптоэнтузиасты, все криптокорифеи. Я вам могу перечислить множество блокчейн-проектов, которые запустили основную сеть, то есть Mainnet, Nebulas, это прорывной именно поисковик, который превосходит Google и работает на блокчейн. Но, друзья, use cases, именно применение в реальной действительности, о чем сейчас просят и говорят, и из-за чего в том числе сейчас корифеи крупного финансового рынка не присоединяются так, как хотелось бы к блокчейн-технологии и крипторынку. Поэтому капитализация сейчас не приблизилась к капитализации Apple. Но я думаю, друзья, мы обязательно покажем, что это возможно и что можно строить не какие-то IT-проекты, а совмещать эти IT-проекты на базе уже конкретного адресного проекта. В данном случае это проект Сан-Бернандино. И мы увидим то, что также
сейчас рождается, зарождается, зародилась давно, я могу сказать, в недрах головной компании, активно развивается то, что октябрь, ноябрь, до конца, так скажем, осени, будем говорить, такой период, но был озвучен октябрь Анатолием Эдуардовичем, платформа и токен Skyway, который можно будет обменять, но на доли, которые у нас с вами сейчас всех есть, появится и реализуется, и какая-то будет технология. Будем с нетерпением ожидать, естественно, и новостей по этому поводу, потому что мне, как криптоэнтузиасту, очень хочется нести и эту мысль, и эту идею действительно в массы. Ну а мы пока, друзья, будем готовить адресный проект на базе размещения токена для применения в том числе юнивиндов, юнибайков. Так, чтобы не быть голословным, я перемотаю на... Вот, пожалуйста, друзья, кто в социальных сетях, то также посмотрите еще раз на юнивинд. Будет применяться, я думаю, юнивинды, юнибайки и, возможно, соответственно, Unicar. Это покажет потребность проекта, это покажет пассажиропоток проекта. Но когда 2,5 миллиона человек перемещается минимум совершенно рядом по автостраде, это потенциальные пользователи этого адресного проекта, которые будут заходить. Я могу сравнить вот с колесом обозрения, которое построено в Челябинске. У нас построили одно колесо обозрения. Приехали, я прокатился и днем, и ночью. То есть это два раза я прокатился. Челябинск — это город-миллионник. Соответственно, наверное, не все, но они постепенно также прокатятся на этом колесе обозрения. Проект окупился, и что вы думаете, возле другого торгового центра также строят колесо обозрения. Поэтому даже если будет спортивно-туристическое, рекреационное, именно вот такая вот девелоперская направленность, будет ли востребован этот проект, друзья. Да, это не гиперскоростная трасса, да, это не высокоскоростная трасса, но, друзья, мы это делаем для того, чтобы смасштабироваться на другие умные, я так предвосхищая события, могу назвать их, закидывая в будущее действительно свой клич, умные деревни Швейцарии. И, соответственно, соединяясь, уже выходя на скоростную трассу к Милану. А там, глядишь, и вся Европа пойдет. Друзья, нам необходимо сейчас показать первые именно успешные истории реального применения технологии Skyway не только просто в инфраструктурном и транспортном мире, но и на базе блокчейн-технологий. Потому что сейчас самое время, когда рынок находится в упадке, показать, что реально запускать адресные проекты и их масштабировать. И, соответственно, далее мы можем даже подсчитать какой-то потенциал определенного количества адресных проектов. Выпустить токен конкретно под направление. Эта логика уже давно была просчитана в логике нашего венчурного проекта с Сибиряком Сергеем Анатольевичем, к которому присоединился и Анатолий Эдуардович Юницкий в конце. И, соответственно, сейчас мы приостановили эту работу, сосредоточились уже над работой проекта Сан-Бернандино. Кстати, я думаю, что симулятор, то, что было создано и показано с обоснованием, с демонстрацией, мы обязательно вам покажем, потому что мы сейчас собираемся продолжать в рамках Skyway Capital работу над тем мобильным приложением, которое позволит строить адресные проекты виртуально. Там будет графа и согласованность с чиновниками, но, друзья, я слишком много говорю, вы увидите, это не для этого вебинара, потому что на этом вебинаре новостей у нас хоть отбавляй. Он выйдет несколько подольше, друзья, потому что я не могу просто прекратить говорить, и сейчас мы остановимся на грузовом направлении, друзья. Если на прошлом Экофесте эта трасса была недостроена, то сейчас мы видим прорывное конвейерное решение и действительно вот такую путевую структуру, по которой перемещается Unitrack. И один Unitrack сможет перевозить колоссальное количество миллионов тонн в год. Соответственно,
одна путевая структура сможет, декларируется так, сможет перевозить то количество груза, как сегодня делает, например, половина Транссиба, всего Транссиба. Вот такая вот действительно относительно миниатюрная по сравнению с современной железной дорогой, по которой перемещается со скоростью средней 30-35 км в час, современные подвижные составы, которые мы очень любим и ценим, иначе каким образом я бы, допустим, перемещался с Москвы в Минск, когда рейс отложен или какие-то проблемы с авиасообщением. Друзья, грузовое направление, еще без погрузочно-разгрузочного модуля, потому что это примерно определенное количество десятков миллионов долларов стоит. При свободной сумме его можно моментально, так скажем, смонтировать и создать, но вся трасса готова. И сейчас перемещается как демонстрация один юнитрак, соответственно, масса юнитраков друг за другом будут перемещаться при освоении месторождений, которые на сегодняшний день невозможно освоить. Друзья, это проблема логистики всей металлургии, это проблема железорудной промышленности. И мы это обсуждали в Милане, в Вилла Малпенса, на переговорах с нашими потенциальными партнерами, с Аргентиной и Чили. Они говорят, да, проблема, мы освоили это месторождение, нам нужно спустить, соответственно, под серьезным углом, под которым невозможно современными конвейером спустить именно руду и, соответственно, потом ее передать на переработку. И далее уже проблема последней мили, друзья. Там 10 километров нужно преодолеть, и тут проект становится просто нерентабельным. То есть представьте, если в начале с Высокогорья невозможно спустить с оптимальными материальными затратами, то потом это просто невозможно. Просто становится золотой эта железная руда, а, друзья, это огромнейший рынок. И когда решена проблема последней мили, когда с оптимальными затратами, логистическими затратами железная руда перемещается к шельфу и, соответственно, подхватывается уже морским транспортом, мы никак его не отвергаем, так же, как и железнодорожный транспорт, и этот рынок становится востребованным, этот рынок начинает работать. Всего лишь вот такие вот мини-грузовые боты смогут решить, друзья, эту проблему. И это замечательно, так как на Экофесте 2018 обязательно те, кто выкладывает все события, все истории, все фотографии, делайте тег, друзья, сбросьте тег Экофест 2018. Ставьте этот тег, потому что об этом должен услышать мир. Я думаю, что уже информация гремит в этом мире. У меня Инстаграм просто разрывается, друзья. Я начал его, кстати, прокачивать. И я намереваюсь добраться до 50 тысяч интернациональных подписчиков, ориентируясь именно на иностранцев. Потому что огромное количество людей, интеллектуальных, продвинутых, грамотных, которые будут гнаться не за хайпом и моментальной прибылью, а будут инвестировать в перспективу. Такие инвесторы нам на самом деле, друзья, и нужны. На таком этапе с вами мы сейчас и находимся. Еще был продемонстрирован, друзья, очень интересный мост. Я думаю, что стоит он дешевле, иначе он не был бы продемонстрирован, чем обычный мост, и монтируется намного проще. Струнный мост, так называемый струнный мост. Когда я все-таки выложу на видеоблоге своем будущем репортаж про Экофест, и я думаю, что про струнный мост обязательно будет отдельный репортаж со стороны и Skyway Capital, со стороны и головной компании. Мы узнаем, каковы особенности этого замечательного сооружения. Ну а сейчас я могу сказать, что мост «Золотые ворота» отдыхает в США по сравнению с тем, что мы видим на Экофесте. Не потому, что это как-то круче и так далее. Это органично вписывается в архитектуру. Что я могу отметить, друзья? Потому что все подвижные составы, все сооружения –
они органично вписываются в архитектурный ансамбль, чего не скажешь о современных городах. Представьте, насколько красивы будут действительно умные города, которые мы с вами будем реализовывать в будущем. Ну и, друзья, если хочется ощутить, насколько много народу было на Экофесте, посмотрите на эти фотографии. Это лишь малая часть, потому что многие катались на подвижных составах, на юникарах, на юнибусах. На юнибусе я не проехался. Но напишите просто мнение, кто проехался на юнибусе. Просто пишите, не стесняйтесь. Это обязательно все прочитают, потому что у нас сейчас идет трансляция во всех социальных сетях. И это дорого, это важно. Мнение каждого пользователя технологии Skyway и одновременно пользователь, когда является и инвестором технологии Skyway. Было огромное количество станций у нас на Экофесте, друзья, 8 или 9, я не ошибаюсь, если. И да, некоторым не хватило билетов, чтобы прокатиться, но, друзья, мы не собираемся катать все 4-5 тысяч народу, то есть точное количество мы будем обозначивать чуть попозже. Мы хотели продемонстрировать, что да, мы можем перевозить уже пассажиров, и мы не хотели разгоняться до максимальных скоростей, потому что, друзья, это просто глупо. Во-первых, люди бы не получили те эмоции, когда видишь с высоты птичьего полета, примерно вот такая высота, друзья, 10-15 метров я перемещался, когда в Юникаре я видел это огромное количество людей, которые радовались, перемещались из одного места Экофеста и Экотехнопарка в другое. И когда это видишь на втором уровне, друзья, вспоминаются те сны, которые, я могу честно сказать, мне снились действительно как бы примерно 2 года назад. Я не понимал, почему между деревьев перемещаешься. И, друзья, это действительно поражает воображение, когда все это видишь в реальности. Это супер. И я думаю, что Эмиль может со своей стороны сказать про изобретение Анатолия Эдуардовича. Ну, не такое супер революционное, но опять же с максимальной оптимизацией. Если не ошибаюсь, 10 или 20 тысяч долларов, 10 вроде бы тысяч долларов или евро стоил этот действительно бодрый такой подвижной состав, на котором перемещался Эмиль. И это все, друзья, также экологичный транспорт, абсолютно экологичный транспорт. Эмиль — это наш лидер с Германии, который не побоялся взять на себя ответственность приобрести этот подвижной состав, если не ошибаюсь, Эмиль. То есть, если вдруг не приобрел, давайте не будем наводить клевету на наших вебинарах Skyway Capital, потому что запомните, Skyway Capital — это только факты, это только проверенная реальная действительность. Если что-то вдруг пойдет в другом ракурсе, если, не дай бог, что-то вдруг пойдет с замедлением, мы обязательно будем говорить об этом, друзья, потому что, друзья, мы не рассказываем сказки здесь. Мы стараемся действительно описывать существующую реальную действительность проекта Skyway и показывать то, что действительно уже было реализовано. Ну, друзья, вот такие эмоции у меня. Я, возможно, что-то забыл, возможно, что-то упустил, но уже на 20 минут я выбился из графика. Обычно у нас вебинар идет час. Сейчас я перейду к ответам на вопросы, но перед этим я могу сказать, что настроение и наших партнеров, и Анатолия Эдуардовича Юницкого, и та речь, обязательно ее переслушайте, она мотивирует. Она мотивирует при именно соблюдении вот тех планов, которые были заявлены. Когда они будут соблюдены, друзья, возможно, потенциально, теоретически, вот те уже такие крылатые фразы, крылатые случаи, которые мы приводили на конференциях, когда
2018 год, кто-то на конференции говорил, будет для вас гиперсложным. 2019 год будет рассветом, и уже начнутся первые прибыли. Ну а 2020 год уже начнется золотое время, что говорит 2021, 2022, друзья. И мы будем считать года. То есть сейчас с 2014 года я участвую в проекте Skyway уже более 4 лет, фактически уже, наверное, 4,5 года скоро. В декабре я в первый раз услышал о проекте Skyway, еще в зимой вначале не поверил. И, друзья, можно было не поверить, но когда я стал изучать труды инженера Юницкого как инженер-механик, я был поражен, я поверил в идею. Ну, друзья, когда все ездит, когда все перемещается, решайте сами. Принимать участие в глобальном проекте Skyway или не принимать участие, инвестировать или не инвестировать, рассказывать или не рассказывать, предпринимать какие-то действия или не предпринимать, это каждый решает сам, друзья. Это взвешенное решение, это наша инвестиционная стратегия, которой мы формируем портфель. Если в России отложился именно пенсионный возраст, то, я думаю, стоит об этом подумать и стоит инвестиционный портфель формировать не только из традиционных ассетов и традиционных активов, но и из венчурных активов. Я могу сказать, один из самых лучших венчурных активов, который в ближайшем будущем станет реальным активом, это проект Skyway. Ну а что делать с ним, это, друзья, вам решать. У меня в каждом вебинаре будет дисклеймер, не финансовый совет, non-financial advice, это лично мое мнение, мое предположение. И я ни в коем случае никого никогда не агитировал и агитировать не буду. Друзья, чем и вам советую заняться. Я остановлюсь на следующих вебинарах, вот будет некая MLM ассамблея, там Эрик, сейчас не вспомню имя, Вора, если не ошибаюсь, сказал золотые слова, которые можно применять в нашем направлении, в краудинвестинге. Говорите людям очевидную информацию, правдивую информацию. Он сказал, что, он говорил про MLM бизнес, что мы часто говорим о своих чеках, немножко приукрашивая. Мы часто говорим о нашем продукте, немножко приукрашивая. Мы часто говорим о сроках, когда может заработать, и о том, что может заработать абсолютно каждый, также приукрашиваем. Я хотел бы переделать, друзья, это на наш проект. Мы часто говорим, что человек будет получать моментальную прибыль чуть ли не через 6 месяцев. Это неправда, и не стоит на это ориентировать. Это венчурный проект, это серьезные иксы, это серьезная прибыль, но в перспективе инвестируйте осознанно. Мы часто говорим, что здесь можно моментально и сразу зарабатывать. Друзья, чтобы начинать здесь как-то двигаться, нужно проверить, напитаться информацией, проанализировать проект Skyway. И сейчас нет никакой прибыли от дивидендов, друзья. И с учетом того, что на рекламу проект Skyway не тратит никакого бюджета, соответственно, мы двигаемся от человека к человеку. То есть это построение крупного системного бизнеса. И, соответственно, многие говорят, что абсолютно каждый сможет заниматься проектом Skyway. Друзья, да, тут я могу сказать, более чем 99% людей нуждаются в этом проекте. Более того, в 2019 настанет то время, когда я скажу не 99, а 100% нуждается. Но всегда я оставляю в своих высказываниях такую долю вероятности, теории, что что-то может измениться, потому что у нас проект все-таки венчурный, и, друзья, нуждаются все, но не каждый это может применять, не каждый может в это поверить, даже при тех обстоятельствах, при той действительности, которую мы сейчас видим, когда перемещается Unitrack, Unicar, когда пока не перемещается, но готов перемещаться, и готов перемещаться, когда внутри будут преднапряжены струны, то есть ту суперлегкую трассу. Был, кстати, ветерок, она не особо колыхалась.
которую вы видели, когда там будут установлены внутри струны, по ней сможет поехать Univind. И, соответственно, у Univind вот то верхнее, тот верхний коммуникатор, то есть это более квалифицированно скажут инженеры Skyway Technologies, это может устройство как отцепляться, так и прицепляться, то есть это система Кенгуру, о которой мы неоднократно, друзья, с вами говорили. Соответственно, вы можете предположить, что этот коннектор, так скажем, я не знаю, как сейчас его назвать и как сейчас он называется. Там может прицепиться теоретически и юнибайк, теоретически и юнилет, если будет позволять, соответственно, грузоподъемность и сможет выдержать трасса. Если не позволит, то, соответственно, транспортный конвертер, как мы называли, то есть это от из физики, кто знает физику, то есть это перемена напряжения, точнее тока из перемена в постоянный и обратно, и соответственно мы вот так назвали транспортный конвертер, когда с одной скорости ты перемещаешься на другую, то есть это может быть либо станция. И, друзья, это будет происходить в будущем, когда мы дойдем до победного, до 15-го этапа. И, соответственно, в ближайшее время, в сентябре, мы увидим начало строительства в Арабских Эмиратах. Друзья, вот такой вебинар. На 30 минут я чуть-чуть задержал, извиняюсь. А теперь ответы на вопросы. Так, как будут оплачиваться доли после возврата, только токенами или в денежном выражении? Я не знаю ответа на этот вопрос, друзья, но могу сказать, что головная компания выстроит ту стратегию, которая выгодна для всех. Я более чем уверен, что не будет никакой обязаловки, чтобы менять на токены, каждый будет решать сам. Но я всегда буду повторять, что токены — это весьма рисковый бизнес с учетом того, что у многих портфель просел с зимы на 70%. Что касается обратного выкупа, я думаю, что вы услышали из выступления Анатолия Эдуардовича, как только придут авансовые платежи за те проекты, которые будут реализовываться на территории Арабских Эмиратов, то есть там далеко не те 6 миллиардов, даже которые мы озвучивали про Индию, штат Джарханд, вы помните, это реальный проект, который также будет в будущем продолжаться. Там совершенно о других суммах идет речь, которые я лично не знаю. Но что-то мне подсказывает, как придут авансовые платежи, то теоретически, потенциально, возможно, финансирование корневой технологии, возможность финансирования будет закрыта. И обратный выкуп, естественно, со стороны головной компании будет, потому что головная компания ценит свои активы, и это абсолютно логично, это абсолютно правильно высокотехнологичной корпорации выкупать активы у ранних инвесторов, если те желают их продать. Давайте, друзья, токены, акции, тем более на платформе, которую разрабатывает головная компания, уже по факту, как только об этом будет говорить лично Анатолий Эдуардович Юницкий, те люди, которые отвечают за разработку. Для нас эта информация сейчас закрытая. Считайте, что информационный вакуум, пока он не раскроется. Все ожидаем, чтобы раскрылся. Алексей, на каких условиях арабы теперь с нами сотрудничают? Я могу сказать, что Анатолий Эдуардович в плане переговоров стал очень мощным переговорщиком. Я видел, какие условия выдвигались. У нас был, помните, говорили, потенциальный стратегический инвестор, бывший владелец ряда именно компании в нефтедобывающей промышленности. Не стал на данной стадии входить, но там были очень такие привлекательные именно для головной компании, для нас, как инвесторов Skyway, выдвинутые условия. Что я могу сказать по арабскому направлению? Что-то мне подсказывает, что не хуже, а может быть даже лучше.
По эко-дому. Вот, кстати, если смотреть вдаль, если смотреть вдаль от Юнивинда, вы можете увидеть новые территории, которые строятся. Я тоже не знаю, что там реализуется. И часть территории экотехнопарка является хозяйствами уже фермера Юницкого. То есть, соответственно, экодом, концепция экодомов. Я видел брошюры, друзья, просто потрясают. То есть, может быть, сфера, может быть, еще что-то. Естественно, там применены самые альтернативные источники энергии. И это тоже будет наш рынок. Друзья, позиционируется, что стройка начнется в сентябре, до конца сентября, пока движемся в этих сроках в Арабских Эмиратах. Контрольный пакет у головной компании, у Юницкого, естественно. Смотрите, чем выгодно внедрение технологии Skyway для самых сильных мира сего. Вы видите сейчас ситуацию в России, то есть скачки рубля, скачки доллара, евро. Вы видите надвигающуюся нестабильную ситуацию в виде роста триллионного внешнего долга США. И многие предрекают уже, Всемирный банк говорит о том, что года США, к сожалению, сочтены, то есть максимум 2024 год, 2025 год. Я могу сказать, что тогда криптоэкономика будет иметь просто взрывной рост. И, соответственно, мы, когда все правильно и верно, и главное, самое вовремя сделаем, будем иметь также неплохие показатели и неплохой вклад в развитие этой криптоэкономики. Если говорить про венчурное направление, то сейчас самые перспективные венчурные направления – это новые виды транспорта, инфраструктура, это умные города, это роботы, это медицина, это образование удаленное, и, соответственно, это преодоление скоростей с максимальным комфортом для людей. Естественно, искусственный интеллект. И что самое интересное, все эти направления, они включены, они объединяются в едином пространстве Transnet на основе технологии Transnet. Я в этом плане уже говорю. То есть технология Skyway – это часть большой новой транснациональной сети. И возможно, что головная компания и займет все эти направления, либо преобладающую часть этих направлений новой глобальной сети Transnet, которая сформирует новую экономику. Ее можно по-разному говорить, сформирует новый технологический уклад. Естественно, новый технологический уклад, он рождается на базе технологии Skyway. Кто будет оплачивать стройку в ОАЭ? Эта информация также будет дана далее из уст головной компании. Естественно, на какие-то проработки, на какие-то первичные затраты из текущего финансирования будет браться средства. Но с максимальной отчетностью. Вы помните, что лидеры большой четверки, именно консалтинговые, провели аудит, и мы его успешно провели. И чтобы дальше успешно проходить аудиты, все будет максимально прозрачно. На какой период рассчитана эта стройка? Если не ошибаюсь, на год. То есть уже летом мы должны увидеть такие очень серьезные построенные сооружения и путевую структуру. Возможно, не все направления, которые запланированы на территории экотехнопарка Арабских Эмиратов. Друзья, по Экодому, как только это направление будет дано, то же самое я могу сказать про Юнимобиль. Сегодня, кстати, на нем не остановился, наверное, уже в следующем вебинаре. И не увидел его, к сожалению, потому что в музей просто не было времени зайти. Информация будет дана как только, так сразу.
Друзья, то, что 51%, 52%, либо 49%. Если кто-то говорит, что у арабов столько, не верьте, верьте только тем достоверным источникам информации, которые говорит компания. Я вам сказал, что условия хорошие, как обычно и говорю. Первые этапы какие-то в Эмиратах будут на текущие инвестиции, так как это перенос высокоскоростного направления и те два этапа, которые мы с вами сейчас просто обязаны, должны пройти. Так, друзья, еще вопросы? Не думает, зачем банк, если есть блокчейн? Отвечу так. Коллеги, еще вопросы в чате, и я смотрю. Так, про это я ответил. Так. Алексей, добрый день. Скажите про первый проект в Швеции. Какая протяженность трассы, какие примерные сроки? Это сейчас мы будем все прописывать в логике бизнес-плана. То есть это протяженность максимум 5-6 километров. Мы будем реализовывать первые 1-2 километра пилотные для того, чтобы продемонстрировать и смасштабировать уже в логике умной деревни. В логику бизнес-плана мы будем закладывать не только транспортную услугу, но и всю девелоперскую часть и услугу уже в рамках всего умного адресного проекта. Все услуги, которые можно будет реализовывать и выдавать пользователям в логике токеномики внутри адресного проекта. В Инстаграм я Эликвер. Так же, как ВКонтакте, пишется слитно. Друзья, вот то, что в Эмиратах, это глупый вопрос, можем ли мы участвовать своими долями. Мы уже участвуем своими долями. Потому что 14-15 этап сейчас масштабируется. И, друзья, покажет время, где будет реализовываться высокоскоростное направление. Но, к сожалению, в Республике Беларусь позже предложили и согласовали участок высокоскоростного направления. Сейчас я думаю, что нелогично и неправильно. И просто неэтично с точки зрения мировой дипломатии и мирового позиционирования как корпорации уже что-то нарушать в договоренности с Арабскими Эмиратами. Вячеслав, я не могу сказать про партнерскую программу в логике размещения, но хотя бы один уровень будет. Потому что криптобиржи это имеют, но в логике многоуровневого не уверен. Токены не приносят дивиденды, токены приносят либо прибыль, либо убыток. В логике существующей конъюнктуры крипторынка могу сказать на собственном примере убыток. Так, ну, друзья, я думаю, что на большое количество вопросов я ответил. Когда же будут первые дивиденды, это самый распространенный вопрос. Как только будет получена первая прибыль головной компании, соответственно, будет обязанность распределить часть на дивиденды, а часть пустить на реинвест, на расширение производства и на модернизацию всей корпорации. Ну и в завершении, друзья, я могу сказать, что из такой инсайдной информации были проведены некие совещания, и сейчас для всех позиционируется, что компания Skyway, для всех работников компании Skyway переходит не только
на какой-то европейский уровень, но уже на мировой уровень. У нас мировые партнеры, у нас первые европейские проекты. И, друзья, такие мировые партнеры нам просто жизненно необходимы. Я буду это повторять из вебинара в вебинар, потому что на Инотрансе мы уже вступаем на порог очень серьезного рынка и очень серьезной конкуренции. Это высокоскоростное направление. Это уже та весовая категория, которую нужно обрести, и мы ее обретаем. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. Мы должны объединиться. Друзья, всем счастливо. Так, коллеги, до скорых встреч в социальных сетях.